Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 7. Имеются три коробки в форме параллелепипеда. В каждой из них плотно друг к другу лежат одинаковые шарики диаметром 9 см. Определи длину ребер каждого параллелепипеда. Первый параллелепипед. 1 мы умножаем на 9, будет равно 9 см. Это длина параллелепипеда, диаметр шарика. 1 умножаем на 9 будет равно 9 сантиметров. Это ширина параллелепипеда. 1 умножаем на 9 будет равно 9 сантиметров. Это высота параллелепипеда. Рассмотрим второй параллелепипед. 3 умножаем на 9 будет 27 сантиметров. Это длина параллелепипеда. 1 умножаем на 9. Это его ширина. И 1 умножаем на 9 – это его высота данного второго параллелепипеда. Рассмотрим третий параллелепипед. Так как там в ряд лежит 4 шарика, то мы 4 умножаем на 9. Получается, что длина данного параллелепипеда 36 сантиметров. Шарики лежат в два ряда. Значит, 2 умножаем на 9 будет 18. Это ширина этого параллелепипеда. И 1 умножаем на 9 – это высота данного параллелепипеда. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.